Всем привет. Спасаем позиции. Из 3-3 сегодня. Да, ну наши соперники, скажем так, помогают нам в некоторой степени. На C3 подставь подбой, на C3. Нет. Ничего ты не понимаешь. А, точно, точно. Я забыл про этот план. А потом ладья H3, ладья E3, да? Да. Неплохо, неплохо. Ничего ты не понимаешь в шахматах. Тут самый главный флаг. Вот это вот эта батарея. Так, нужно, чтоб, нужно только ладью не пустить вот сюда. Вот. Он, кстати, мог побить ладью в один ход, но не важно. А, ну да. Ну, слушай, а если мы можем ее пустить? У нас на Е2 двумя способами можно съесть, честно. Все, можно. Да ладно, прикольная же была позиция. Именно так и надо играть. Желательно в классику. Нет, на самом деле, ну вот, это отклонение от теории. Да, ну, я тоже люблю отклонение от теории, но должны быть какие-то границы. Ну, а в этой рубрике нет. Ты даже ты успеешь почувствовать уклонение. Уже получишь мат. Так играть в серьезные шахматы. Пока все в порядке. Только у нас все фигуры стоят на своих местах. Ничего страшного. Зато мы атакуем. Да. Один шаг. Пижон увидел шаг, пижон его дал. Угу. Ой, какую я тактику вижу, слон H5. Ой-ой-ой. Ну, чего ты за человек, скажи мне? Слон H5, даже я увидел слон H5. Что происходит? Да, к сожалению, задуманная конь G5 не работает, видимо, ладья точно не работает. Да, пожалуй. Ну и ничего, все равно у нас есть компенсация. Да? Вообще не очень. Конечно. Вот если бы не было пешки, конечно, но E4. Идем ставить детский мат. Это тяжело. Смотри, что нашел Никит. Слон H6. Так побьют и чё? Так нормально. Да. Господи, мы про Платона-то забыли. Немного. Такими партиями не модено. Сейчас ферзь G8 уплотняемся. Точно. Мы явно их запугали, это единственное объяснение. Посмотрим информацию. Дружков. Не, ну веселый партнер. Жесть. Человек явно же не знает, что делать. Что происходит вообще-то? Король, смотри, может окировать в любую сторону просто. Да. Никаких разменов. Мы с позиции силы, мы не меняемся. Да. Слон F5. А, конь E7, на слон E7, там тогда не съедим. Но симпатичная тактика, почти проходит. А жаль. Поэтому нужно сыграть G4. Да. Мы должны угнетать наших соперников, ты не понимаешь. Теперь же 8. Ужас. Так, напали на коня на C6. Слушай, я бы давно психанул, разменял на H7 уже эту ладью. По-моему, все. Привет. Жесть вообще. Не прикольная сегодня партия получается. Да.